А, это вы. Зачем тут столько игрушек? Идем, покажу. Я Санта-Клаус, только никому не говори. И кому бы я сказал? Чтоб ты понимал, Санта-Клаус обладает некоторыми суперспособностями. Но самое важное – это развивать в себе умение отдавать. Если хочешь быть Санта-Клаусом, нужно быть добрым. Господа, угощайтесь! Я сама доброта. Да, я заметил. Я сейчас работаю на Санту. Я написала ему письмо. Ты же сможешь передать его Санте? Если хочешь, приезжай к нам отмечать Рождество. Спасибо за гляну. Только мне надо будет отлучиться по одному делу в 11:30 ночи. А что, работаешь ты всего один день в году, остальные 364 ничего не делаешь, плюешь в потолок. Лучше, чем воровать. Привет, Санта! С наступающим! Много ты понимаешь. А сколько вам лет? 124. Да это он шутит. Как ты вообще мне сказанул, что он Санта? Ай, бить-то зачем?